Друзья, в нашей группе по прокачке уже 10 тысяч человек, и в честь этого у нас действует самая крутая акция. При промокоде, который вы видите на экране, вам дается скидка на набор кузаков целых 500 рублей. То есть вы его покупаете не за 1500, а за один косарик. И вдобавок получаете от меня роспись к себе на страничку. Выполняем заказы в течение 5-7 минут, и в этом вы можете убедиться, как раз таки прочитав все комментарии. Ну, там комментариев будет, правда, 700 штук, так что долго вы будете читать, ну а так можете прямо сейчас уже идти заказывать. Ссылочку на группу вы найдете в описании под роликом. О, во-во-во-во-во-во! Да, я протиснулся, слушай, все хорошо. Я умер. О, слушай, получилось, я долетел, да. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Кузак Эмал, и сегодня у нас будет командный паркурик в GTA-шке 5. Всем здорова, чуваки! Короче, суть этого, так сказать, даже можно сказать, паркура, да, и в том, то, что мы должны проходить вдвоем, именно вдвоем. Да, то и есть помогать друг другу. Один куда-то там встает, а другой как раз-таки от него отталкивается, и, к примеру, берет чекпоинт, как вот на этом чекпоинте. А подожди, вот тут тоже дырка есть. Да, вот, скорее всего, мне надо вот сюда, тебе или мне надо встать. Ну-ка, давай я встану. Окей, давай тогда ты встанешь, я сейчас быстренько возьму разгончику и прям на тебя сейчас залечу и возьмем этот чекпоинт. Давай. Я, кстати, вот не понял насчет того, что... А как ты будешь брать чекпоинт? То есть потом мне тоже надо будет разворачиваться к тебе, наверное, чтобы ты тоже взял его. А, ой, ну, скорее смотри, всего... как ты хорошо полетел. Да, взял? Вообще отлично. Я взял чекпоинт, сейчас тоже спускаюсь. Ты там так, пока давай, приготовлюсь и брать чек... этот, как разгон и... Чекпоинт. Да, разгон, чек... разгон, и чекпоинт тоже, кстати. Нормально. Давай, очередной, кстати, паркурчик от немца. Сейчас я... нормально выровняюсь, так что... Давай, я поехал. Он реально, вот этот немец создает что-то такого, что никто не создает. Опа. То есть, кто еще мог бы придумать вот такую дичь, ну, то есть, чтобы проходить командный, можно так сказать, да, вот. Так, давай, а теперь я взял, что надо дальше делать? Что получается? Давай просто проведем обстановку, пока что прокатимся по-нормальному. Опа. Ой. Ну-ка. Тихо. И чё? И чё тебе здесь надо делать? Стоп. Я камеру не вижу. Ты типа тупо застрял? Стоп. Да, у меня машина в текстуры зашла. А там за этой платформой тихо. Есть что-то? А, за платформой там тоже стоит какой-то трамплин, и надо как-то от него толкнуться, что ли? Стоп. От него? Ну-ка. Ага. Ага, нифига себе так. Я чуть не вдупляю, что там надо сделать. Сейчас, погоди-ка, не едь. Сейчас, вот теперь можешь ехать, в принципе. Я вроде там что-то сделал. Ну, по Валурайду там или что-то а, такое. А, думаешь там, что ли, заехать и тебя толкнуть? И да, скорее всего, так ну, и ну, давай нужно. Так попробуем. Потому что, смотри, я сейчас в расщелине встаю в такой. Блин, как же классно-то. Я, на самом деле, не особо все понимаю. Опа, поехали. О, давай. Нифига себе, как ты меня подбросил. Полетел? Сейчас... Да, слушай. Взял чекпоинт? Сейчас возьму, да, все взял. Давай хорош. Теперь я так же сделаю аналогично тебе. Просто давай, сюда да, вот давай. Заедь, туда в дырень. И сейчас все получится, окей. Надеюсь. Так, ну-ка, давай. Давай. Давай, пожалуйста, Мал, долети, овечка толстенькая. И чё, как? Нет. Вообще никак. Может, сейчас вообще такой дикий разгон сделать? Так, ты на самом начале? Сиська много ел. Да. С самого начала. О, полетел. Да, полетел. Полетел. Всё, красава, братан. Главное не взорваться. Я не приземлился. Да, прям на два левых колеса почти. Ну-ка, давай, бери чекпоинт и погнали а дальше смотреть. А дальше у нас что, мячики, ворота? Дальше что? У нас какой-то это, футбол. Ну-ка. А ну-ка. Давай ты посмотрим. Я не знаю, куда я поехал, я мячики надо расталкиваю. Надо голы забивать, походу. А куда голы? А вон туда дальше. Ё-моё, мне взорвался. Кажется, надо их отсюда вообще вынуть. Или стоп, а, не, стой, их не надо выкидывать, не надо. Не надо выкидывать их? Там думаешь? Надо вот туда в ворота попасть. А, 100%, слушай. Тогда да, возможно. Да, только я сейчас сюда сам пролечу. Ну-ка. Тихо. А, вот, смотри, ты прав был. Там надо как-то это, их в эту расщелину, что ли? Да. Там один я уже два выкатил. Постарайся их выкатить туда вот, да, как раз таки сбить. Думаешь, выкатывать надо? Ну, там типа расщелина для них стоит, и потом надо от этой расщелины толкнуться и долететь, как я понимаю, до чекпоинта. Только я еще не знаю, где сам чекпоинт стоит. Давай. Его не ускорит бустер, интересно. О! Его надо, вот видишь там вот, середка такая есть, щелка, да. По сути, вот туда. Оно, ну-ка. По-моему... Оно он вообще влезет мяч или нет? Большой. В смысле, а что тогда делать? А вон там, в воротах же вроде дырка была. Попал, по-моему, да попал. Ладно, попал? Ну-ка, один давай теперь есть. Я еще. Пам! Да, все, и второй тоже, по-моему, не есть. Не долетел немного. Не долетел, да ладно тебе. Окей, у нас там еще в запасе есть один шарик. Надеюсь, что сейчас забьем. О, давай, Мал! Попал! Второй, забил попал, второй. Красава, братан! Погнали, ну-ка!
Тогда вот теперь мы, надеюсь, сможем проехать? Нет, там еще один вроде нужен. А, больше не нужен. Не-не, слава богу. Тогда сейчас, наверное, у нас получится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я немного не залетел. А, тебе вообще на Зенторна не прокачан, наверное, сложно-то. Ну-ка. Давай, пожалуйста, нифига, я как заколобродило. Все, я взял чекпоинт, да. Блин, там самое сложное было, это их туда-обратно закатывать, когда мы промахивались. Мы, наверное, их катали минут 5 точно. Ну да, это да. Просто это очень жестко. Давай, братан, я тебя жду. Давай, сейчас. Бери разгона. И пищ на попыточку, давай. Та-дан-та-дан-та-дан. Да. Отлично. Попал. Так, хорошо. И что теперь здесь надо делать, а я дальше не понимаю. Смотри, какие-то решетки. Так, а здесь можно как-то протиснуться? Чё? Я так не думаю. Мне кажется, здесь надо это, можешь выпрыгнуть из тачки в тот момент, потому что у нас командная типа работа. Выпрыгнуть, думаешь? Ну просто выпрыгнуть, да? О, почти получилось, слушай. А как еще там можно? Сейчас попробую. Ну-ка. Здесь, правда, эти бустеры тебе мешают, и мне тоже они мешают. Опа, не получилось? Так, ладно. А как тогда сделать это надо? Стоп, я чуть-чуть не понимаю. Можно друг друга толкнуть? А как? А, скорее всего, слушай. Пошел. Я подойду так, просто давай. Туда к концу, а ты меня, если что, сейчас ударишь машины со всей силы. Не, не со всей силы, но... Ну давай. Ударишь. Давай. Она там, надеюсь, это, ты меня никак не убьешь? Ну, и не надо знаю. Еще давай, вымереть какую-нибудь такую дырочку. Ну-ка. Вот так вот. Я готов. Я готов, мал! А-а-а! О, почти, слушай. Хорошо, да, получилось. Ну-ка. Так, я готов, мал. О, во! Да, я протиснулся, слушай, все хорошо. Я умер! Ты меня тогда как бы зафутбольнул, я умер уже там. Как же это обидно все-таки. Ну-ка, давай я тебе постараюсь тогда. Все, я готов тебя футбольнуть. Та-дан-тан-та-дан! Можно не по всей скорости? Я думаю, что такой скорости хватит, чтобы все сделать. Ну, чтобы меня убить точно хватит. Не то меня закинуть. Отлично. Я попал! Да ладно! Серьезно? А как ты так сделал-то, лол? Ну я выпрыгнул немного и попал. А он у меня выпрыгивает, стукается об них. Ну-ка. Ты в широком какую-то? Щелочку. Хорошо. Ясно, понял. Как это у тебя так получилось-то профессионально? Ты чё, дырочка, что ли, прирожденная какая? О, я тоже попал, слушай. Попал? Да, изи. Блин, даже друг никак здесь не помог, точнее, ну как сказать. То есть помощь друга здесь не нужна, по сути. Окей, погнали дальше, а что там будет? Не знаю, какой-то трамплин вверх, это как я понял. Трамплин. А ага. Еще там еще один трамплин дальше стоит. Давай проверим. Чё? Просто так вот взять и чекпоинт, что ли? Стоп. Да нет. А-а-а, слушай. Подожди, а чё? Смотри, то есть один вот так вот едет, а другой, по-моему, едет по прямой. Ёлка. То есть один срабатывает как трамплин. Окей, давай тогда заезжай на главную. Давай попробуем. А я буду давай, пытаться короче, с этого. Давай, короче, не знаю, наверное. Я на 5 считаю, а ты давай до 4, может быть. А, чё? Ладно, давай постараемся хорошо, когда я начинаю отчёт. Не, давай ты до 6. Давай это 6. Вот как раз-таки вот время там внизу у нас есть. 18, во сколько ты стартуешь, во сколько не, мне не, стартую. Давай лучше на 1, 2, 3, 4, 5, давай. Ну давай, просто задержка с этим спикером. 1, 2, 3, 4, 5. Я поехал, и ты я едь. Я тоже, я уже поехал. Ну-ка. Я рано немного поехал. Это я, по-моему, рано поехал, потому что я... Не-не, ну да, немного можешь идти. Еду! Почти! Слушай, я только не понимаю, а кто кого должен здесь толкать, потому что сейчас бы ты меня очень сильно футбольнул. Ну, возможно, я тебя, а может и ты меня, ну не знаю, давай как-то. Короче, да, будем стараться. Слушай, сейчас хорошо прям получилось, только мне кажется, кто-то из нас рано. Я, скорее всего, поздно. Давай. Еще раз. 1, 2, 3. Еду. Еду, давай, бол, блин. У меня тачка немного не прокачанная, немного медленная. Блин, это, конечно, плохо. А слушай, а возьми мою. 2, 3. Еду. По-моему... Нормально! Я тебя немного это делаю не толкнул. Я медленно, типа, специально, потому что ехал, я на 1 секунду стартовал зачем-то. Ладно. Езжай, еду за все силы. Давай. О, я чуть-чуть туда. Да, я пробил твою трансмиссию, у меня прям на весь экран была. Еду, пожалуйста. Как же рядом это все-таки, как же рядом. Блин, как же это сложно подрасчитать. Вроде бы, вот как бы... Легко, но в то же время сложно. Потому давай что полсекундочки тебе после раза. Буквально чуть-чуть не хватает. Да, я прям это. Я буду смотреть на таймер. Давай, я поехал. Я тоже. Давай! О! Почти. Слушай, хорошо-то как! Блин, уже. Я немного не залетел. Это лучшая попытка уже была. Уже хорошо. Давай! О! Слушай! Получилось! Я долетел! Да!
Блин, какие же мы тайминги-то ловили. Ты взял чекпоинт, самое главное? Да, давай. А, теперь мне то же самое надо делать. Так, короче, я тогда сюда встаю. Хорошо. Слушай, ну как-то хорошо у нас получилось сейчас. Теперь мы, главное, давай, что поняли, это пигмент. Смотри, сейчас я тебе не показал, куда я вставал, чтобы это получилось. То есть, как мы бы... Мы штачками поменяемся. Хотя, слушай, давай, потому что так у нас будет больше возможностей. Я вот сюда вот встал, и слушай, знаешь, как поехал? Когда ты сказал едь, там, ну, то есть сразу поехал, но я вот так вот поехал, и вот отсюда уже полный разгон вот так вот. Mm-hmm, то есть где-то, okay, заезжая на трамплин, я уже полный разгон брал. Я успел затормозить. Давай. Едь. Ой, разуй корыто. Давай! Да, вол, получилось, хорош. Слушай, хорошо-то как, да, у двоих все получилось. Прям по таймингу словили. Да. Ну, мы проехали. Да, полчаса, ребята, уже, но мне это реально очень нравится с малым. Так что, ребята, погнали. Если вам тоже нравится, то обязательно ставьте лайкусики, потом немец выпустит еще одну очередную штуку, и мы обязательно для вас ее запишем. Так, а здесь по воздушному карману, слушай, надо было это делать. Я чуть не долетел. А я понял, что у тебя брал воздушный карман, да, у меня все получилось. Сейчас мне штачка не портюнная, слышишь? В общем, поменяемся. Я тебе сейчас ее отдам, все будет хорошо. Там, кстати, уже финиш даже виден. Люблю тебя. Давай, братан, вот так вот. Бери мою тачку. Меняемся тачками. Обмен, прям как трейд в CSGO, хорошо. Давай. Сейчас бы рекламу ставить какую-нибудь. Но нет ее, к сожалению. Эх-ху. Ладно. Не, вот этот чекпоинт будет вообще простым по сравнению с тем, что было. Это просто... Ну да, то мы прям очень долго проходили. Но зато как интересно-то эти тайминги ловить. Капец, ладно. Тогда, мне кажется, уже здесь ничего сложнее будет. Сейчас просто пройдем на изичах, потому что уже самая сложная часть, там мячики катали. Давай, поехали. Да, готов? Видишь меня? Давай. Я уже по привычке готов. Бустера возьму. Да. Да здесь тебе даже уже хватит бустера, потому что у тебя офигенно. Смотри, как ты тащишься. Нифига, у тебя скорость. Я, кстати, тоже подловил бустера, сейчас тоже, по-моему, залечу. Давай, мал. Лети. Я залетел. Красава. Я нет. Ну хорошо, мы прошли. Ну да, отлично. Так, подожди. А дальше чего? Чё? А может здесь надо что вот так это? Вот? Сейчас. Мне сразу возникла думаешь, идея. Ты заедешь? В шифт-тест на машине. Вот это слишком нереально. А, кажется, я понял. Как? То есть надо встать на тачку? Точнее, ты сейчас должен оттолкнуться от меня, мне кажется, просто тупо. Думаешь, такую маленькую дырочку пролезу? Да. Либо там как-то... Сейчас, я чуть-чуть не пойму. Либо мне встать на тачку, ты в меня врезаешься, и там по багу я так отлетаю. Ну-ка, можешь, давай, знаешь, как попробуем? Давай я на тебя встану, и можешь мы попробуем залететь туда так, человеками? Ну, я, кстати, так тоже подумал. То как ты наверное... О, слушай, бутерброд из тачек. Отлично, слушай. Я не знаю, получится так пройти? Давай попробуем. Давай. Не, кстати, получится, потому что и так уже высокая фигня. Все, оружие есть. Ага, так... Не, надо как-то ее повыше, потому что она у тебя кривая. Не, я залез. А, залез, слушай, ну-ка. Блин, а там, по-моему, вниз-то падать далеко. Так, тихо, вот так. Ничего, парашюты вроде есть один раз. Я лечу. Тихо. Так, разбился, серьезно? Так, а куда там надо-то? А там куда-то вниз очень далеко лететь. Так, ладно, я полетел, я на чех... Возможно, слушай, Мал, возможно, там просто его тупо взять. Ну да, давай. Я стукнулся, правда, не знаю, обо что сам... Фигня как-то получилась. Об стенку, наверное. Об стенку, да, рукой я вот стукнулся и все. Ладно, главное просто тупо прыгнуть вперед немножко, подальше. Что тут за мясо? Блин, а реально стукаюсь об стенку, надо как-то аккуратно. И спокойно, вот так вот, не задевай ничего! Что? Твоя машина пропала. Я не знаю, как он подыхает, я бы даже не умер. Я вот умер, когда взял чекпоинт. У тебя машина пропала, встань, пока ты не видим. А, ну да. Точно. Когда-то не видим. Отлично. Так, ну давай сейчас я попробую еще одну загнать. Давай. Нифига себе, какие... Мне тут места немного. Так, у меня тут места немного, всех растолкал, так у меня. Ой. Нифига, как ты так ускорился. Мало, если что, извиняюсь. Не взрывай. Нифига себе, как я здесь все разнес. Ладно, хотя бы теперь у нас будет две тачки. Возьми тачку свою, отреспись. Да. Во, вообще отлично, всё, слушай, хорошо. Бутерброд. Что только что произошло? Надо хотя бы одну машину спасти. Респись пока что. Ладно, давай. Респлюсь как могу быстрее. Я думал, что она сейчас опять просто. Тут только, вот тут пролезет. Мал, аккуратно, ты что, задним кувырком? Да. Ты спецназовец. Я почти прошел. Мне кажется, надо просто прыжком вперед. А, вот, да, все, я прошел, слушай. Прыжком просто вперед? Прыжок вперед, да, он взял чекпоинт, отлично. Подожди, не лезь пока что у тебя, возможно, машины пропадут. А я зареспамился, потому что... Там машины не пропали? Не знаю. Ты
ты меня не пугай. Они не стоят, пока что стоят. Ты давай там аккуратно. Слушай, там дальше еще какая-то непонятная фигня. Завершающая. А, нет, понятно. Ты просто вперед прыгнул и все? Просто вперед. А даже. Я знаешь, я типа на шифте прыгнул без прыжка, именно на шифте. Не просто так вот об подходил. Стенку... А, вот, да-да-да-да-да, об стенку получается ударить, лететь на чекпоинт. Да-да-да, типа того. Все, у тебя все получилось? Да, отлично, да, слушай, как у нас все хорошо получилось. Так, смотри, а там просто потом назад есть, там типа расщелина невидимая. Назад? Да, и там будет ты где? Так... Где? В самом заду, да-да-да. Правда не видно, ё-моё. Да, ну это может сливаться, у нас уже такое было подобное, слушай. И теперь можно уже финишировать, 38 минут, и мы финишируем с малым. О, да. Капец. Какой же все-таки классный паркурик.